Всем привет! Ноутбук HP Laptop 15 DE3008UR. Проблема при установке Windows 10, да, выдает ошибку. Так, вот ошибка 0xc5017, да? Версия Windows, которая устанавливается 19.09, посмотрел все варианты, какие могут быть, да, то, что описано в интернете. В результате оказалось, что именно данная модель ноутбука, видимо, не поддерживает некоторые дистрибутивы Windows 10. То есть мне удалось найти только 3, получается 19.09, 2004 и 20H2. Идет, получается, версия. И к этому ноутбуку подходит только 20.004, ну, 2004. Поэтому для того, чтобы установить Windows сюда, нужно поставить версию 20.004 и запустить установщик. При установке версии 20H2 он пропускает. Нажимаем «Установить». Ждем какое-то время, и он выдает ошибку. Далее установить, и видите, он уже ошибку не выдал, дошел до установки, и дальше мы дойдем до дисков и так далее. То есть можем разметить, выбрать версию, которую мы выбираем. Не в каждом дистрибутиве, кстати, такие вариации есть. Здесь вот в 2004 такие варианты есть. Все. Все, и дальше удаляем все ненужные до этого созданные. Разделы. Нажимаем сразу далее, он сразу все сам создаст. Все, как видите, установка успешно продолжилась, то есть ошибок никаких не выдает, устанавливается операционная система. Все, всем спасибо, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, всем хорошего дня.